Подписание соглашения о сотрудничестве между Центром современной музыки имени Софии Бугайдульной и автономной некоммерческой организацией исполнительной дирекции «Казань-2013». А сейчас переходим к процедуре подписания соглашения. Хочу сказать огромное спасибо вам лично, Леодана, вашему центру, вашим людям, которые действительно занимаются большим делом, творчеством. Это культурный университет, как мы всегда говорим, спорт спортом, но культурный университет не меньше 50% значимости. Поэтому мы уверены, что вы своим творчеством донесете и покажете не только людям из России, а всем нашим гостям, туристам, всем тем людям, которые будут смотреть церемонию открытия-закрытия, которые также будете принимать неподъемлемое участие, что мы есть на самом деле, какие мы богатые культурным духом. Спасибо вам огромное. Еще раз. Сегодня одно из, конечно же, самых знаковых событий – это центр Софии Губайдуллиной, который буквально действительно там, последние полгода раскрылся, сделали ремонт, вкладывают в него. Оркестр здесь, Радик Салимов, то есть эти люди, которые новая музыка, которые у всех на слуху. Это не последнее подписание наше, и я думаю, что Универсиада, это, как я уже об этом всегда говорил, такой некий будет толчок в плане, может быть, сближения вот, творческих и культурных событий, коллективов и так далее нашей республики, которая в 2013 году покажет весь свой цвет, покажет все, что у нас есть внутри. Но сейчас мы готовим самое, конечно же, большое глобальное мероприятие. Это год до Универсиады, это 6 июля 2012 года. Мы будем готовить огромное, большое мероприятие, о котором еще дополнительно скажем. Это будет 2-3 площадки у нас. Ну и, соответственно, дальше, я думаю, все эти коллективы наши в течение года до 2013 года, ну а потом деревня Универсиада и парк культуры Универсиады, который будет существовать, там, конечно, все эти коллективы будут представлены в полной красе. Знаете, это, наверное, исторический момент. И любому, наверное, казанцу, неравнодушному к своему городу, очень важно быть причастным к истории, ко всему, что связано с городом. И я, конечно, я очень рада и горда тем, что вот сегодня произошло вот это мероприятие.